школе города Царицына Московской области, откуда и приехали педагоги для занятий с сочинскими школьниками, проект «Инженерные классы» работает уже 3 года. Перспективными такие классы считает и директор 8-й сочинской гимназии. Вместо экономистов и юристов пора готовить востребованных инженеров, отмечает Игорь Никитин. И начинать надо с профильных классов. Это класс, в котором будет задействована вторая половина дня, в котором будут читаться такие спецкурсы, которые не читаются в рамках обычной программы, у которых будут стажировки на предприятиях города. В данном же случае мы говорим о формировании математического мышления прежде всего, потому что математическое мышление, системное мышление – это залог успеха в современной жизни. И, кроме того, возможность пробовать себя в разных областях, но точных наук. Первая попытка удалась. В течение 12 дней 50 сочинских и московских гимназистов строили геометрические пространственные модели, изучали теорию чисел и теорию вероятности, решали математические кроссворды и судоку. Работали с детьми научные сотрудники института, ФРАН, аспиранты МГУ. Нам приятно было работать с сочинскими ребятами, потому что основная проблема, которая у нас была, а можно получить задание, а можно взять судоку. Это действительно так. Будем надеяться, что будущие призеры всероссийских олимпиад и будущие наши инженеры-конструкторы сидят именно здесь. Всем участникам летней математической школы вручили награды, а сочинцев пригласили на осеннюю математическую школу в Москву. Ольга Десятова, Инга Габешая, Борис Осин, телекомпания ФКТ.